Якщо серце, Корвалтап екстра. Корвалтап екстра, бо серце тільки одне. Работу вызвали. Что-то случилось? Понятия не имею. Ну, Лен. Я скоро буду. Ну, ладно. А вот и наша звезда. Сапфировая. Говорят, вас ждет повышение. Выходные, выездная конференция и банкет по этому поводу. Та-дам! Так вот в чем дело. Торт вам придется съесть без меня. У нас сегодня с мужем юбилей. Поздравляю! Спасибо. Приглашение на банкет. Ждем вас вместе с мужем. Хорошо. Привет, Пальма. Ощущение, что я встретил тебя только вчера. Каждый день, проведенный с тобой, делает меня счастливее и счастливее. Я люблю тебя все больше и больше. Спасибо, что ты есть у меня, Лен. А ты у меня. Слушай, я жутко соскучился. Я тоже. Какая красота. А у меня тоже есть для тебя сюрприз. Да ты что, серьезно? Ух ты. Ой-ой-ой. Вот это коробка. Тебе интересно, что внутри? Очень. О! Ничего себе! Господи, это же моя любимая модель. Как ты угадал? Это мой секрет. Пум. Класс. Спасибо тебе большое. Спасибо. А у нее тоже есть секрет. На обратной стороне часов кое-что написано. Не-не-не-не-не-не. Сейчас. Thank you.
записку, да? Проспала. У меня сегодня презентация в Виннице. Угу. Езжай аккуратней. Да, Жень. Привет, ну мы собрались уже, волнуемся, ты далеко? Я рядом, пробки. Но я успею. Ну смотри, выступление через 30 минут. Все, не волнуйся, я скоро. Ну шевелись. Ну и кілька слів щодо погоди за вікном. Ну? Сьогодні у Вінниці знову... Давай. Що на це сказати? Хто його немає, то знову по коліно. І ніхто з нас не знає, чого очікувати завтра. Отже, моя дружня порада. Беремо санчата та насолоджуємося миттю. Що я й збираюся зробити. Тому прощаюся з вами. Всього найкращого. Да, Леша. Привет. Слушай, нашел твой пригласитель на выходные на двоих. Надо обязательно идти. Обязательно? Ты даже не говори ничего. Да, хорошо. Про выходные подумаю. Хорошо. Здрасте. Доброе утро. Вы уж меня извините, пожалуйста. Я просто очень спешу. Обычно я так не делаю. Капитан Куц, ваши документы. Так, Елена Сергеевна. Да. Вы нарушили параграф 11 ПДД. Выезд на встречную, нарушение правил обгона, требования разметки, ну и создание аварийной ситуации. Да, но... Согласно статье 122, вы можете лишиться прав от полумесяца до года. Пройдемте в машину для составления протокола. Так, что же вы, Елена Сергеевна, нарушаете-то, а? Я прошу прощения, я правда очень спешу. Ну, пожалуйста. Спешу. Надо выезжать заранее. Ну, так у меня получилось. Может, мы с вами договоримся? Что значит договоримся? Черт. Да. Да меня остановили тут за выезд на встречку. Давай. Извините, вы не могли бы поговорить? Мой муж тоже в полиции работает. Что же, а ваш муж в полиции работает, и вы мне взятку предлагаете? Да. Добрый день. Да я бы с радостью, но я ничем помочь не могу. У меня бодикамера работает. Нет, удалить нельзя. Да. До свидания. Да. Ну, что делать? Буду ждать.
Что, прям начинается? Что такое-то? Да в 5 минутах здесь, на въезде в город. Ладно. Скажите, а вы долго будете? Да нет, недолго, минут 20. Серьезно, 20 минут? Ну да. А можно я в своей машине подожду? Мои документы же у вас. Я к вам через 20 минут приду. Да, пожалуйста. Дружная семья! Давайте поаплодируем семье Романюков за их яркое выступление и незабываемое завершение нашего праздника семьи. Спасибо, поздравляю вас. Аплодисменты, аплодисменты, пожалуйста. Давайте поддержим, да. Мам, ты же обещала, что придешь. Это же ты придумала, чтобы в конце моей презентации вы тоже вышли на сцену. Прости, малыш, я очень торопилась, меня в дороге задержали. Ага, ты еще речь должна была сказать. Знаешь, какую речь я придумала? Не знаю. А я тебе дома расскажу, обещаю. Ты все пропустила и не увидела, как классно мы выступили. Кстати, я попросил учительницу записать наше выступление на телефон. Так что вечером дома посмотришь. Угу. Лера! Лер, забери телефончик. Забудешь. А я дома посмотрю. Так что все будет нормально. Пап, ну ты что, все подряд записывал, что ли? В смысле? Ну, мне теперь памяти не осталось. Лер, так это не я записывал, учительница твоя записывала. Ты, кстати, ничего не стирай, потому что вечером дома смотреть будем. Угу. Так, ну что, мне на работу пора. У тебя что дальше? У меня еще один урок и классный час. Я тоже на работу. Я тебя провожу. Угу. Прости, малыш. Давай. Грызи гранит науки. Хорошо. Про звезду все знаю. У меня в этой нет новая ветка. 3 дистрибьютора. Мужчины есть? Зовите их на банкет. Нет, на банкет, наверное, я не смогу прийти. Можно же эту звезду заочно получить? Заочно. Сань, не завидуй, а? Отправь мне курьера с приглашением, может, передумает. Нормально ты скупилась, я вижу. Давай помогу. Так, чем вы тут без меня питались? Между прочим, дети ели с удовольствием. Я просто много наготовил. Папа что варил пельмени со сметаной? С какой? Вот с этой? С этой. Ничего себе. Это ж треть моей зарплаты. Просто хотела побаловать вас чем-нибудь вкусненьким. А кто сколько зарабатывает, это мы не считаем.
Даня, это ты взял мою зарядку? Нет. А что она делала у тебя под кроватью? Может, хватит врать? Достал! Данька, не круто. Как у тебя дела в школе? Все в порядке? Да, нормально. Звонка ждешь? Угу. От Никиты своего? Обещал позвонить, а не звонит целый день. Хочешь совет? Не звони ему больше. И сама не отвечай на его звонки. Прибежит как миленький. А если нет? Если нет, значит, не любовь. Лер, тебе 16 лет, у тебя еще миллион таких мальчиков будет. Если я не хочу миллион. Если я хочу, как у вас с папой, один раз и на всю жизнь. Захочешь позвонить, позвони с моего телефона. Мам, какой у тебя пароль на телефоне? Хочу Юле позвонить, может, в кино вместе сходим. Так, это рабочий телефон, мне должны на него звонить из-за меня. Возьми другой, он в спальне лежит. Ладно. Я открою. Здравствуйте. Вам доставка. Она оплачена. Да, спасибо. Курьер приходил, принес пригласительный. О, так у нас намечается культурная программа на выходные. Сапфировый директор. Ленка, я тебя поздравляю. Так ты ответь. Я так понимаю, без тебя теперь ни одно дело не решится. Извини. Сапфировый директор. Надо же. Жень, я ужин сейчас приготовлю, а потом на пробежку выйду. Привет. Зачем тебе смокинг? Лёш, ну там будет скукотища. Придут тётечки в Люрексе, опять же тимбилдинг. Ну давайте выходные дома проведем вместе. Я соскучилась. Ты мне больше сегодня не звони, я пораньше спать лягу. Ну а что еще делать в командировке? Целую. Мам, можно я коробочку для урока технологии возьму? Конечно, бери. А можно еще бутер с колбасой сделать? Так, какой бутер с колбасой на ночь? Данька, ты почему не в постели? Мы с тобой как договаривались? Ну, пап. Ничего, пап. Пойдем, я тебя спать уложу. А коробочку я тебе другую дам еще, даже лучше. Тебе обещала рассказать, какую речь я придумала. И еще наша семья – это то место, где как в игре. Сказав «чур я в домике», можно скрыться от любых проблем. У тебя лучше получилось. Знаешь, как я волновался? А я вот когда волнуюсь, я выбираю какого-нибудь одного человека в зале, только ему рассказываю. Я тоже. Я папе рассказывала. Расскажи дальше. Быть семьей – это значит быть частичкой чего-то замечательного. Это не то место, где все идеально. Это то место, где друг друга прощают.
Я устал. Неудивительно. А с этим своим повышением скоро вообще дома перестанешь появляться. Ты за меня не рад? Лен, за тебя я рад. Знаешь что? А я бы хотел посмотреть, как тебя награждать будут. Так. Да. Сейчас буду. Что? Да, по работе. Ехать нужно. Ну что тут? Да все как обычно. Шины прокололи, водителя убили, машину ограбили. Я понял. Личность установили, права, паспорт. Тема, что ты чешешь репу? Вы зафиксировали все? Ну да. Ну так увозите тело, снимайте отпечатки. И пробейте номера машины. Нужно как можно быстрее установить личность погибшего. Понял. Давай. Мам, у меня живот болит. Может, сегодня в школу не идти? Не ходи. На. Выпей. А папа где? На работе. Сырники готовы? Садись. Хорошо. Сырники. А тебе я кашу овсяную сварю на воде. Я тоже сырники хочу. А как же живот? Прошел уже. Видишь, как хорошо. И школу пропускать не надо. Поедите, я в душ. Угу. Ну, иди. Знай, не наговориться с тишиной мне. И не буду жить я так захочется. Ну что ты творишь? Что? Я помогаю, сушу быстрее. Мне не надо шататься. Ехать. Я все еще люблю. Жду тебя. Во дворе. Почувствуй музыку. Пусть она управляет твоими эмоциями, а не страхом. Расслабься. Давай, давай. Колени сожми. Руки так не своди. Давай, давай, не так судорожно. Давай, газуй, газуй, потихоньку. Вот, 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 вот. Давай, давай, давай. Да. Черт. Ладно, выпускай его тогда. Выпускай, выпускай. Что случилось? Не того взяли. Твой отец, наверное, уже в курсе. Пап, это та банда, которая шины прокалывает? А ты не подслушивай, Данька. Вон, бери пример со своей сестры. Если у нас сейчас тоже колеса лопнут? Если у нас лопнут колеса, тогда до бабушки с дедушкой мы не доедем, чему я буду безмерно рад. Не люблю к твоим ездить. А ты дыши воздухом и думай о хорошем. Ну что, неувязочка у вас вышла, да? Как говорится, у плохого мастера всегда инструмент виноват. Давай, давай, руби, руби. Разгоняй кровь. А то ведь работа у тебя сидячая.
Я в том смысле, когда человек 10 лет на одном месте сидит. Слушайте, ну не всем, как вы, в политику идти. Ну, можно и у себя в отделе расти по служебной лестнице. Вы за меня не переживайте, я расту. Вот был бы ты нормальным человеком, я бы тебе помог. А то смотри, что получается. Жена твоя из сил выбивается, работает день и ночь, а ты что? Так, все, хватит. Я ее не заставляю работать, она сама хочет. Баня готова. Где у нас банные полотенца? Как всегда. В спальне, в шкафу, вторая полка слева. А, накрутили, а? За зиму не съедим. Можно магазин открывать? Да, я туда пойду работать продавщицей. Чтобы хоть чем-нибудь себя занять, пока ты на работе или еще где-то. Это что за намеки такие, а? А ну-ка, наленем графинчик, колодезной водички и вареньем разбавь. Хоть какая-то польза твоих заготовок. Шановные пассажиры, поезд номер... Не успеем. Успеем, успеем. Спокойно, давай паспорт, билет. Не закрывайте, не закрывайте! Ребята, ну мы же не такси, не ждем никого. Да мы понимаем, понимаем все. Подождите. Заходи. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Спасибо, что подвез. Лена, после твоего бегства от полиции мне теперь тебя долго возить придется. Приедешь, обязательно позвони. Девушка, проходите. Давай. О, это шарфик будет? Не, плед из кусочков. Очень успокаивает. Ого, столько много. Так много. Простите меня, пожалуйста, я бывшая учительница. А сейчас чем занимаетесь? Сетевым маркетингом. Биодобавки, что ли? Нет, кислородная косметика. Хотите попробовать? У вас прекрасный цвет лица. А у вас кожа склонная к сухой? Угу. Кофе, чай? Мне чай, пожалуйста. А что это за косметика? Через 15 минут поезд прибывает на станцию Киев-Пассажирский. Кто еще не вернул стаканы? Через 15 минут Киев-Пассажирский. Забрать стаканы? А, я вам уже отнесла. Спасибо. Лена, какая вы красивая. Спасибо. А я забыла вам рассказать про нашу удивительную линейку декоративной косметики. Давайте. Любимая! Привет! Привет, привет! Привет! Я не знала, что ты будешь меня встречать. Ну а как же? Ты теперь без машины. Да. Знакомься, это Рита, наш новый дистрибьютор. Мы сейчас в офис поедем. Очень приятно, Алексей. Очень приятно. Какой славный. Да. Вы знаете, у вашей жены такой дар убеждения. Да ну что вы, она вообще лучше всех. Ну что, в офис? М? Давай. Я догоню, да. Отлично. А чтобы вам еще больше проникнуться духом нашей компании, приходите к нам на ежегодный банкет. А вы там тоже будете? Я вряд ли. Елена Сергеевна, как? Сам генеральный приедет. Он лично хотел вручить вам награду. Ну вот видишь, а ты хотел лишить меня такого зрелища. Это смешная, кстати, история. О! Ленка пришла. Свои?
Нет, покупные. Глупо, и без водки есть, но я за рулем. Ну так оставайся, ляжешь в детской. В гостевой. Лена, когда-нибудь гостевая станет детской, я в это верю. Это правильно, брат. Только с детьми семья становится семьей. Да, поэтому у тебя их целых две. Так, не нужно делать из меня двоеженца. Я честно женился, честно разводился. Просто встречал не тех женщин. А ты вот нашел свою половину. А моя половинка не хочет брать меня на свое награждение. Леш, ну ты же знаешь, что мне придется произносить речь, и я буду сильно волноваться. А ты скажи, как на Оскаре. Больше всего я благодарна своему мужу. Точно. Хорошо, хорошо, скажу, только не так. Только давай мы это отметим вдвоем. Втроем. Блин, у меня брат есть, ну что ты, вот он сидит. Хорошо, втроем. Я приглашаю вас в ресторан. Закажу столик. Нравится вам такая идея? Очень. Пойду пробегусь. Справитесь тут без меня? Справимся. Хорошо посидели, да, втроем? Ну, как-то так. Да. Жень, что случилось? Да вот бегаю. Решил форму подтянуть к твоему награждению. Ты что, решил пойти? Давай, я вернусь, мы все обсудим. А ты где бегаешь? Оглянись, я сзади. Ты здесь? Я сзади, оглянись. Леша. Лена, как же так? Выходит, ты меня обманывала? Выходит, ты меня обманывала? Как же так? Нехорошо это. Нечестно, выходит, ты меня обманывала? Как же так? Нехорошо это. Нечестно. Я сначала подумала, побегает и вернется. Кризис среднего возраста. Интрижка. А я сразу на дверь указала. Приполз через 2 месяца. Вот назло хочется роман закрутить. Пусть почувствует, каково это. Ну и что это даст? Только себе хуже сделаете. Получается, им можно, а нам нельзя. Я к тебе сразу с вокзала. А то домой заеду, потом не вырвусь. Купила тебе мед, лимон, лекарства. Спасибо тебе. И как ты все успеваешь? Я вон даже с карьерой справиться не смогла. Что, уволили все-таки? Извини, это с работы. Да, Олег Григорьевич. Да, я знаю про конференцию. Хорошо, я буду. Что, какие-то проблемы? Да, у нас выездная конференция, хотят мне сапфировую звезду вручить. Тебе, наверное, пора. Мне тебя и посадить негде. Чашка одна после переезда, вообще ничего найти не могу. Так, мебель когда тебе привезут? На выходных обещали, но... Как я тут одна все расставлю? Хочешь, Женя тебе поможет? А он согласится? Согласится. Лена, ну, он же, наверное, тоже с тобой захочет поехать на награждение. Так ты его сейчас наберешь, да? Угу. Я думаю, что если мы такими темпами будем работать, то следующую конференцию мы будем собирать не здесь, а где-нибудь, ну, реально в Дубае, честно. Вы молодцы, девчата. Все очень круто, все очень классно. Секунду. Лена! Привет. Ирина.
сапфировый директор. Поздравляю, молодец. Мне, как твоему наставнику, тоже перепадет бонусов. Что-то я волнуюсь. Не волнуйся, все будет хорошо. А ты в курсе, что наши дети ходят в одну школу? Нет. Как хорошо, что я вас встретила. Я здесь никого не знаю. Знакомьтесь, Рита, Ирина. Очень приятно. Очень приятно. А ваш муж не приехал? Он у вас замечательный. А собака? У тебя есть собака? Да. Наверное, сын выпросил. Моя меня просто замучила уже. А у вас есть сын? Да, вы меня извините, мне нужно идти. А вы знакомы с ее мужем? Да, он у нее бизнесмен, такой симпатичный. Разве? Mm-hmm. Я думала, следовать. Перевез тетю Лёлю. Ага, перевез. Напоила меня чаем из какой-то травы. По-моему, это петрушка была. Так, что у нас поесть есть? Колбаса. Колбаса. Лин. Ты чего? Не звонит и не пишет, как будто и нет меня. Ну, так сама набери. Мама сказала исчезнуть с радаров. Мы в кино собирались. Теперь все выходные дома торчать. Алло, Мария Николаевна, а вы не посидите сегодня с Даней? Большое спасибо. Я очень люблю свою работу. Многие забывают о социальной роли сетевого маркетинга, о том, что он позволяет каждому поверить в себя, дает возможность воплотить любую свою заветную мечту. Мои мечты уже сбываются. Еще одна. Что ты здесь делаешь? Ты не мог этого пропустить. Поздравляю. Борисова Екатерина. А Максим где? Да сразу в ресторан приедет. Прекрасная речь. Поздравляю. А это и есть твой муж? Здрасте. Очень приятно. И как вам живется в тени такой успешной женщины? Вы знаете, великолепно. Вы знаете, я хочу воспользоваться ситуацией и задать вам несколько вопросов по вашему профилю. Простите, по какому? По правовому. Дело в том, что у меня племянник недавно попал в такую переделку. Простите, нам надо идти. Подождите, а как же банкет? Евгений, если я правильно помню, а у меня профессиональная память на имена. Я прошу прощения, нам действительно нужно идти. Приятно было познакомиться. Только Алексей, а не Евгений. Правда нехорошо? Давай уедем отсюда. Не бери. Не отвечай. Да. Как где в пансионате? Поняла. Извини, мне надо остаться. Что-то случилось? Я пойду, это важно.
Здрасте. Лен, тебе бы отдохнуть. Может, домой? Я забыла сделать одно важное дело. Совсем забыла. Ну, давай я тебя подожду. Нет. Ты езжай к Максиму, я потом приеду. Слушай, тебя что, так напрягает мое присутствие? Извини. Но только не обижайся. Я вот все это ненавижу. Странно. Когда ты стоял на сцене, мне казалось, тебе все это нравится. Оказывается, ты очень хорошо умеешь притворяться. Мам, какая ты красивая. Где папа? Вон. О! Лен, извини, что опоздали. Лерка долго собиралась. Ну что, церемония вручения Оскара была уже? Простите, это ваш темно-зеленый внедорожник с номерами АВ-0311ХН? Мой. Переставьте, пожалуйста, на соседнюю парковку. То место зарезервировано. Ладно. Все, девчонки, я сейчас. Мама, ты так прикольно. Мне это так нравится. Я тебя такой никогда не видела. Ты безумно красивая. Лен! 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 Чего, что ли? Самое главное забыл. Держи. Спасибо. Ну, это кто? Коллега мой. Спасибо. Лен, что-то случилось? На тебе лица нет. Мам, ты себя плохо чувствуешь? Лен, слушай, а мы когда с Леркой подъехали, нам сказали, что ты уехала с каким-то мужчиной. Колись, что за мужик. Ты чего, Лен? Ты чего? Действительно, Леночке было плохо, и я попросила своего водителя, чтобы он отвез ее в медпункт. Ты чего так разволновалась? Из-за того, что мы с Леркой опоздали, что ли? У вас жена просто молодчина, но сейчас лучше, если вы отвезете ее домой. Да, поехали. Ну, мам! Поехали! Лера! Я взял. Я взял, взял. Совет сработает. Я ему неделю не звоню, а ему пофиг. Ой, а ужинать будете? Не, мам, я не хочу. Женя, а ты? Я котлет нажарила. У меня Сережа таких 3 штуки съедает. Мария Николаевна, я не голоден, правда. Ну, тогда моя миссия закончена, я буду собираться домой. Мам, ну куда ты поедешь на ночь глядя? Оставайся лучше у нас. Ну где у вас оставаться? Вы тут сами еле вмещаетесь. Мария Николаевна, спасибо вам за то, что выручили. Вы знаете что, а я передумал. Я, пожалуй, ваши котлеты поем. Вы с нами ужинать будете? Угу. А знаешь, что еще странно? Не кричи. Юля тоже почему-то на связь не выходит. Ты что, хочешь знать, изменяет он тебя или нет? Конечно, хочу. Зачем? Тебе что, от этого будет легче? Может быть, лучше ничего не знать? Ты что, оправдываешь измену?
знаешь, Лер. Ты еще молодая для тебя сейчас. Все либо черное, либо белое. Вот когда ты вырастешь, ты поймешь, что есть полутона. Леш, вы уже на месте с Максимом? Здравствуйте, Елена Сергеевна. Здрасте. Да-да, я здесь. Нет, все в порядке, но мне нужно задержаться. Лешенька, прости, пожалуйста, не ждите меня. Давай, я тебе перезвоню. Мам, а где Женя? Вызвали на работу. Мань, я тут подумала, я, наверное, слишком подозрительная. А чего ты кричишь? Да не спит, что ли? Мам, я ведь не параноик, правда? Просто ревнивая, как папа. Да. Это точно. Пойдем спать. Леночка! Мам, ты все-таки решила ехать? Ну, конечно. Там же Сережа у меня один. Это же плохая примета. Ребенок может пуповиной обмотаться. Какой ребенок? Леночка! Мам, ты все-таки решила ехать? Конечно, у меня же Сережа один. Это плохая примета. Ребенок может пуповиной обмотаться. Какой ребенок? Ты с Лерой из Дании все время вязала. Я помню, это точно. У тебя будет ребенок. А Женя знает? Мам, с чего ты взяла? Нет никакого ребенка. Я не беременна. Но я же не вчера на свет появилась. Я вяжу специально, совершенно осознанно. Это меня успокаивает. Это что-то вроде медитации. Ты точно знаешь? Я точно знаю, что мы ничего не планировали. А что домой собиралась? Давай я тебе такси вызову. Надо все Лерке рассказать. Какие еще варианты? Так а смысл ей рассказывать? Она уже от матери так все стопудово узнала. Ну а как ты предлагаешь? Все равно выяснять придется. Да и что ты паришься? Ты ей рассказывать вообще хочешь или нет? Да я просто не хочу ей больно делать. Никит, я что-то не пойму. У нас с тобой серьезно или как? Серьезно. Ну, тогда не надо рубить хвост по частям. Никита. Лера, привет. Почему вы вместе? Да мы, по дороге в школу встретились. Никит, что ты тупишь? Да я это... Короче, Лер, мы с Никитой встречаемся уже 2 недели. Это правда? Лер, я думал... Все ясно. Я так и думала. Сядь! Лер! Лер, да погоди, я все объясню. Лер!
вас есть Атермон? Сколько стоит? 8.50. Давайте. Прости, я не могу сейчас долго говорить. Ну, меня это удивили. Ну, чего ты такой? Да просто я понимаю, что ты сейчас не можешь быть в пансионате. Я звонил туда, мне сказали, у вас все закончилось. Ты что, меня в чем-то подозреваешь? Да нет, Лен, я просто хочу знать, где ты и с кем. Я одна на работе. Прости, у меня сейчас стыд надо. Когда ты приедешь? Девушка, вы покупать будете или по телефону трепаться? Ты в магазине, что ли? Я в аптеке. У меня со вчерашнего дня голова раскалывается. Прости, я тебе и перезвоню. Да, мне, пожалуйста, тест на беременность. Какой? Их там три вида. Не знаю, дайте два каких-нибудь. Каких? Давайте вот этот с синей коробочки и вот этот. 120 гривен. Лера, я по-хорошему тебя прошу, открой дверь. Слушай, ну хочешь вместе к нему пойдем, поговорим, обо всем разберемся. Папа, не надо, я уже сама во всем разобралась. Что тут у вас? Ты понимаешь, что если ты сейчас не откроешь, я выломаю дверь. Лера, открой! Что ты там делаешь вообще? Жень. Я ничего не делаю, пожалуйста, просто уйди. Что случилось? Короче, пацан ее этот, как его там, Никита. В общем, он теперь встречается с ее подругой. Лера! Жень! Успокойся. Можно я попробую? Давай. Лер, открой, пожалуйста. Лер, папа ушел. Можно я к тебе зайду? Пойдем, пойдем. Ну и моя девочка. Все хорошо, все хорошо. Это же подлость. Почему он так поступил? Может, он еще молодой и не понимает, что ему нужно. Ну, сколько вы с ним встречались? С лета. Почти полгода. Какая разница? Нет, конечно, он поступил некрасиво, то, что встречался за твоей спиной. Ну, может, он еще ищет. Может, он еще не уверен, с кем он хочет быть. Но это же не повод врать. Я же не товар в магазине. Попробую эту, потом выберу, кто больше нравится. Может, вы ему обе нравитесь. Ты что, его оправдываешь? Да нет, ну, я просто хочу сказать, что... Может, он еще передумает и вернется к тебе. Вернется? Да. Ты прикалываешься? Мама, он к моей лучшей подруге ушел. После такого разве возвращаются? Вот. А тут, как говорится, если твой жених ушел к твоей подруге, это еще неизвестно, кому больше повезло. Мама, ты о чем? Я любила, я думала, у нас все серьезно. Конечно, у вас все серьезно. Конечно. Да. Ну. Просто с любовью не всегда так просто. Да что тут непростого? Ты либо любишь, либо нет. Да. Иногда ты не знаешь, кого ты любишь, а кого нет. Вот ты что, замуж за него хочешь выйти, всю жизнь не прожить, детей от него родить? Мама, каких детей? Мне 16 лет. Вот именно. У тебя вон вся жизнь впереди. У тебя еще столько головокружительных романов будет. Не будет. Будет. Не будет. Нет, будет. Я больше никогда ни в кого не влюблюсь. Да влюбишься, влюбишься. Куда ты денешься? Вообще, раз уж на то пошло. Они могли бы мне сказать, они шифроваться у меня за спиной. Лер, ну не драматизируй. Это самое мерзкое предательство. Да перестань, ну что ты? Хочешь совет? Еще один? Спасибо, ты мне уже насоветовала не звонить ему. Он теперь с другой тёлкой за моей спиной встречается. Лер, ну чего ты... А что, мама, не насоветовала? Ну что ты... Мама, пожалуйста, давай не будем. Я прошу тебя, мам, я как-нибудь сама, ладно?
Ей нужно время. Может, пойти с его родителями поговорить? О чем? О чем? А ты не думала, может, она беременна от этого черта? Кого? С этого мальчика, от Никиты? От Никиты. У современной молодежи это вот так вот. Жень, ты хоть не психуй? В смысле? Не психуй. В смысле, дай им возможность побыть самостоятельными. Лен, этот Никита, по сути, изменил нашей дочери. Предал ее. Тебя это вообще никак не трогает? Не кажется ли тебе, что человек должен отвечать за свои поступки, а? Ты за все свои поступки ответил? По полю летит от топота копыт. Лен, слушай, ну прости меня, правда, ну да, я кретин, идиот, сволочь. Я думал, ты меня разлюбила, серьезно. Ты моя жена, она реально никто. Я никого, кроме тебя, не любил. В принципе, Лена! Лерку я тебе не отдам. Если ты сейчас уйдешь, ребенка ты больше не увидишь. Я уже выхожу. Ты сегодня не бегала? Да, решила пропустить. Ты нормально себя чувствуешь? Да. Все нормально? Да. Леш, ну как ты там? Ты так и не перезвонила? Извини, замоталась. Что с голосом? Да нет, ничего. Просто неважно себя чувствую, голова, наверное, болит. Ну так может это хороший повод вернуться домой пораньше? Да хотелось бы, Леш, хотелось бы. Лен, что у тебя там вообще происходит, а? Я могу чем-то помочь? Нет. Тут такая ситуация неопределенная. Сама дров наломала, теперь надо расхлебывать. Может, расскажешь? Да, я приеду, я расскажу. Лен, что там за шум у тебя? Ты в поезде, что ли? Да я в гостинице. Просто на этот раз остановилась рядом с ЖД вокзалом. В коридоре окна открыты. Сейчас подожди, в номер войду. Когда ты вообще домой? Леш, я не знаю, когда. Когда буду знать, тогда позвоню и скажу. Договорились? Договорились. Кого это ты так? Да есть там один в работе. А чё шифруешься? А ты чего меня допрашиваешь? Срок примерно 8 недель. Значит, 8. Как чувствуете себя? Устаю немного, сонливость есть. Но это же нормально. Спортом занимаетесь? Бегаю. Надо прекращать. В вашем возрасте, да еще первый триместр, опасно. Может, не знаю, как это получилось. Удивляют меня эти замужние дамы, которые не знают, как у них это получилось. Просто это как-то совсем не кстати сейчас. Хотите делать аборт? Я не знаю. Советую не тянуть с решением. Чем раньше, тем лучше. Леночка! Мам, что ты здесь делаешь? Почему ты не позвонила? Я звонила, ты трубку не берешь. Почему не беру? А, телефон в сумке на беззвучно поставил. А что случилось-то?
Мам, садись, пожалуйста. Ну, рассказывай. Леночка, ты узнала про беременность? Мам. Так, не уходи от темы. Ты узнала? Да, я все узнала, ничего нет. Ты решила не рожать? Мам, ну у меня сейчас карьера на пике. У меня только нормальная жизнь началась. Я все должна это потерять? Прости за такой вопрос. Но это вообще его ребенок? Мам, я тебя прошу. Леночка, не делай глупости. Оставь ребенка. Хочешь, я могу его забрать. Я понимаю, вам с Женей нелегко. Но оставь ребенка. Потом ты будешь очень жалеть. Господи, это еще совсем даже не ребенок. Потом мой разум подсказывает, что третий ребенок – это перебор. Могу я для себя пожить, в конце концов? Извините. Лена, я сейчас тебе кое-что расскажу. Сейчас можно. Я думаю, ты меня поймешь. Однажды я сделала аборт. Ты? Да, тебе тогда было 7 лет. Ты же знаешь нашего отца. С ним часто бывает нелегко, а тогда у нас был совсем плохой период. Я не знала, что будет дальше. И сделала. Почему ты не ушла? Не знаю, Лен. Не знаю. Ладно. Жене только пока ничего не говори, хорошо? Ну почему? Потому что третий ребенок означает, что мы должны переехать. И вообще много чего означает. В общем, я должна подумать. Ладно? Потяну я или нет? Ну я же тебе сказала. Да, мам, ну как ты себе это представляешь? Как ты себе представляешь забрать ребенка? И вообще, куда? Я прошу тебя, только никому не говори. Я должна решить, хорошо? Хорошо. Привет, Жень. Я сегодня уезжаю, вернусь, скорее всего, завтра. Ну как, куда, конечно, по работе. Куда же еще? Ну что тебя удивляет? Ты же знаешь, у меня вся работа такая внезапная. Да, да. Я тоже устала. Давай, Идите. Это будет последний раз, потом я засяду дома и никуда не поеду. Извини, я больше не могу говорить. Здравствуйте. Опять вы? Добрый день. Проходите. Ваши билеты. Пожалуйста. Это что? Это косметика, которую я продаю. Берите, это подарок. Мы взяток не берем. Причем здесь взятки? Это благодарность хорошему человеку. За молчание? Ну-ну. Спасибо, обойдусь. Лёнь, ну все устраивает, всех люблю. Но вот это вот стирка, уборка, готовка, глажка, каждый день. Одно принеси, другое унеси. Ой, чего-то не хватает. Да? И чего же, интересно? Работать хочу пойти. Хочу, чтобы как раньше, стремление было. Чтобы просыпаться каждый день с интересом. А я вот, Ленка, с тобой бы с удовольствием местами поменялась. Только нельзя. Да, целыми днями на работе. А счастье, вот оно. Дети. Муж хороший у тебя. Чего еще не хватает? Расти нужно, Лёль. Движение. Неужели тебе больше ничего не хочется? Ты вон в своих секретаршах до пенсии, что ли, будешь сидеть? Ну, как получится. Ну, неужели тебе всего хватает? Наверное. Я тут объявление видела. Маркетологи требуются. Можно без опыта. А чего сама не сходишь? Не знаю. Вместе-то оно как-то веселее. Не, меня на моей работе все устраивает. А ты, если тебе дома заняться нечем, сходи, конечно. Заодно убедишься, как оно хорошо с детьми дома сидеть. А сколько вам лет? 33. Назовите мне свои сильные стороны.
Я терпеливая, целеустремленная, честная, заботливая. Опыт выступления на публике у вас есть? Наверное. Я до первого ребенка работала в школе учительницей. По 5 часов у доски каждый день это считается выступлением. Ну, допустим, вам повезло. Вы попали в нашу команду, купили первый пакет продукции. Ваши дальнейшие действия. Я все раздам. Раздадите? Да, абсолютно все. Люди не купят то, что не знают. А чтобы узнать, им надо попробовать. И я предоставлю им возможность попробовать, а не вернуться ко мне, чтобы купить в 5 раз больше. Это для Даньки. Смотри, какие обалденные. Это для Лерки. Это тоже для Лерки. Не знаю, может быть, до дня рождения спрячем? Ну, мать, это если ты с первой получки столько заработала, что ж дальше будет? У меня для тебя тоже сюрприз есть. Нравится? Крутой, да? Крутой. Это сколько стоит такой агрегат, если не секрет? Примерно 2 моих зарплаты. Ты чек, я надеюсь, не выкинула? Жень, ну ты чего? Лен, спасибо тебе огромное за подарок, но я на такой телефон еще не заработал. Ты давай заканчивай и ужинать будем. Я гречку приготовил. Ленка, ну ты что, кислая-то такая, а? Что стряслось? Да встал, наверное. Не знаю, куда двигаться дальше, тупик. Да? В жизни или в работе? А у женщин бывает кризис среднего возраста? Ты знаешь, я не встречал, но ты можешь быть первой. Мы можем это обсудить дома за бокалом прекрасного чилийского. Ты чего? А то, что на спортивной машине? То на какой еще? На чем мне тебя встречать? Ну, поедем с ветерком. Угу. Что? Я не поеду. Лёд. Лен, ну что ты? Клянусь, гнать не буду. Поедем очень осторожно. Угу. Как будто я хрустальная ваза? Как будто ты древнейший китайский фарфор. Угу. Значит так, да? Древнейший. В хорошем смысле, в хорошем. Здрасте. Спасибо, что остановились. Вы меня не допросите до города. А что случилось? Да понимаете, кто-то этих бедолаг выбросил. Вот этот шустрик, я его чуть не задавил. Я остановился, вышел, а остальных нашел. Ну так если бросить, погибнут, а на квадрике я их не довезу. Садитесь, конечно, подвезу. Спасибо, я-то на заднее. Ага. Справитесь? Да-да-да, конечно. Сейчас как раз их к ветеринару, пусть осмотрят полностью. А потом вот этого шустрого себе оставлю, а остальных коллегам раздам. А почему вы уверены, что коллеги смогут взять? Ну, потому что, когда я прошу, мне, как правило, не отказывают. Знаете, где здесь ближайшая клиника? Угу, уже успел посмотреть по интернету. Есть тут одно модное местечко. Их забрать? Полный осмотр с прививками и прочим займет около 3 часов. О, я же говорил, у них тут все прокачано. Оставьте свои контактные данные, пожалуйста, вот здесь.
И второй номер можно? Мой? Да, на всякий случай. Вам разве не интересна судьба щеночков? Да нет, почему интересно? Спасибо вам огромное. Вы спасли несколько живых существ. Думаю, что в большей мере это ваша заслуга. Позвольте. До свидания. Хорошо. До свидания. Здрасте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где Терещенко Елена? Где найти? Так вот же сидит. Вы знаете, было бы совершенно невежливо не пригласить вас на ужин в благодарность за вашу помощь. Как вы меня нашли? Мне кажется, вам не умер следователь. Извините. Очень польщена, но, к сожалению, не смогу с вами пойти. Почему? Работа? Точно, работа. А мое чутье следователя подсказывает мне, что вы меня обманываете. Неужели я должна вам объяснять, почему не хочу с вами ужинать? Я вам не нравлюсь. Что за вопрос? Простите. Обычно я так не пристаю. Вы только не говорите, что вы замужем. Ну что, я не могу быть замужем? Можете. Но обычно замужние женщины носят обручальное кольцо. Для них это статусный момент. Может, я потеряла. Такая версия вас устраивает? Ну, хорошо. Давно вы замужем? 15 лет. Дети есть? Двое. Мальчик и девочка? Точно. Не верю. Во что вы не верите? Ни во что. Не похожа на замужнюю женщину, тем более, которая замужем 15 лет. Вот прям так не похоже? Не, не похоже. Есть у вас какой-то драйв, азарт, блеск в глазах. А от женщин, которая давно замужем, веет, простите, усталостью. Ну, я смотрю знаток замужних женщин. Ужинать со мной пойдете? Место, куда я вас приглашаю, вам определенно понравится, обещаю. Если вы хотели меня удивить, у вас получилось. Но боюсь, что у вас умер не следователь, а похититель людей. Тогда я надел бы вам на голову мешок. Прекрасно. Я должна быть вам благодарна за это. Что мы здесь делаем? Будем ужинать. Здесь красиво, нет посторонних. К тому же я этот музей реставрирую. Угу. Ну, конечно, не своими руками и не один, но реставрирую. Прошу. Да нет, на самом деле начинал как все. Торговал компьютерами, мобильными телефонами. А потом все-таки переключился на строительный бизнес. Почему, все-таки заставили? Ну, почти. Да нет, я оканчивал строительный институт, но понимал, что быстрых денег в этом бизнесе нет. Но потом в Киеве построили кукольный театр. Этакий роскошный сказочный замок для детей. И мне тоже захотелось. Создать из пустоты целый мир для кого-то. Ну да, что-то в этом роде. Вот теперь решил создать этот мир для себя. Пока не с кем. Так уж и не с кем. В это сложно поверить. А знаете, долгое время был убежденным холостяком. Считал, что быт, отношения — это вообще не про меня. А когда захотел по-настоящему, понял, что найти свою женщину не так-то просто. Ищите. Еще. А вы? Я совсем наоборот. Последний год мною овладел дух приключений. Работа, постоянные командировки, разъезды, встречи, знакомства с новыми людьми. На месте не сидится. И что, вам никогда не бывает одинок? Бывает.
очень даже бывает. А хотите загадать желание, которое наверняка сбудется? Явление верили, что набрать воды из фонтана Самсона – это то же самое, как взять воды из реки Иордан. Но я лично верю, что желание исполняет именно он. Держите. Что-то бросать? Прям в пасть. Что вы загадали? Не скажу, иначе не сбудется. А я загадал, чтобы этот вечер никогда не заканчивался. Все хотела спросить, откуда эта музыка играет? А в музее есть аудиогид. Я немножко поменял плейлист буквально на одну ночь. Но завтра все верну обратно. Клянусь. Как узнать, что на сердце у тебя родной? Милый мой, сказкаю, превратились наши дни с тобой. Целовал каждый вечер мои рученьки. Говорил я с тобой, не разлей вода, больно мне помнить. Я хочу улететь, чтобы высоко и вниз не смотреть. И за руку тебя, милый мой, заберу я с собой. Ты оставил мне след, по которому я буду лететь. И за руку тебя, почему с любовью не споря? Не проси кого-то напомнить. Почему с любовью не споря? Я хочу улететь, чтобы высоко и вниз не смотреть. И за руку тебя, милый мой, заберу я с собой. Забегаешь? Забегаю. Почему? Ну, у меня встреча через 15 минут. Понятно. Убедительно про встречу придумала. Прям верю, верю. Ну, это же все было эпизодически. Для чего все это сейчас, все эти разговоры? Кто тебе сказал, что эпизодически? Для меня нет. Нет? Нет. Я не хочу. Да и не могу я. Лен, подожди минутку. Дай я тебе номер телефона оставлю. Ну, вдруг тебе станет одиноко. Мне кажется, у нас что-то может получиться. Торопится кто-то очень сильно. Че, баран, а? Да не нервничай, Леш. Не да че не нервничай, у меня идиотов этих на дорогах развелось.
Лен! 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 Привет. Мне нормально, подожди, готова ехать домой. Подожди. Тебе надо лежать. Ну, поедем, когда скажет врач. Послушайте, ну, в принципе, если вы себя хорошо чувствуете, можете ехать домой. Ничего серьезного я не заметил. Вот. Горяченький, попей. Леш, мне что, анализы успели сделать? Ну, а что делать? Когда будут результаты? Ну, обещали на почту часа через два прислать. Завтра утром вместе посмотрим. Все хорошо. Ну все. Отдыхайте. Ой. Прости, Бога ради. Сейчас, секунду. Ну все. Надо поспать. Открывай. Ух ты! У кого свадьба? У нас. Как у нас? Сюрприз. Ленка, дорогая, любимая, я хочу жениться на тебе. Хочу завести с тобой дом, семью, родить детей. Ты знаешь, я пока тебя не встретил, я жил как-то, не знаю, не на полную катушку, что ли, не по-настоящему. Говори скорее, да? И мы поженимся прямо сейчас. Так, стоп, я не могу так. В смысле? Я не могу сказать тебе «да». Почему? Леш, ну... Ты понимаешь, насколько это серьезно? Конечно. А кто сказал, что я шучу? Привет. Привет. Давно заснули? Данька только что. Как дела на работе? Нормально, ты чего? Да устал я, что ты будешь? Давай. Слушай, я тут думаю, а может бросить все? Ради чего я надрываюсь? Я целыми днями на работе, а ты в разъездах. Непонятно где. Как раз хотела с тобой поговорить. Что тоже чувствуешь, что что-то не так? Чувствую. Вроде все нормально было. А тут не клеится что-то оно. Жень, ты же понимаешь, что это не вчера началось? И работа моя тут ни при чем. Ты знаешь, когда это произошло. Да, я все прекрасно понимаю, не дурак. Что делать будем? Предлагаешь разбежаться? После 15 лет брака? Почему? Да потому что я вижу, о чем ты думаешь, Лена. Я же тебя как облупленную знаю. Лен, это не выход. Да, мы с тобой запутались немножко, но так давай распутываться. Мы же уже единое целое, ты понимаешь? Я тебя люблю, ты любишь меня, я же знаю. Давай не будем разрушать то, что у нас уже есть. Мы есть друг у друга, Ленка.
ты ж главная. Здравствуйте. Я потеряла паспорт. Что нужно сделать, чтобы оформить новый? Фамилию менять будете? Нет. Обещаете ли вы любить и уважать своего мужа в горе и радости? Прости, не спросила тебя. Ты же не против, что я фамилию не меняю, столько мороки будет. Невеста, вы обещаете? Да. Теперь, жених, я обращаюсь к вам. Обещаю любить всю жизнь. Я сейчас говорю все равно. Главное, что ты моя жена. Как мне с тобой повезло. Прошу вас в знак вашей любви и преданности обменяться обручальными кольцами. Объявляю вас мужем и женой. Странно, странно. Лен! Ничего не понимаю. Должен ли оперативно прислать результат анализа? Что-то нет ничего. Наверное, ничего серьезного. Так бывает. У меня один раз так было. Ничего не прислали, потому что ничего серьезного. Не, ну, понятно, но... Вообще, какой-то результат должны же в итоге прислать. Ладно, перезвоню. Лен, Лен! Ты как там? Съела, наверное, что-то не то, отравилась в поезде. Или, может, потому что ударилась? Алло? Здрасте, я по поводу анализов, Елена Терещенко. Ну да, вы обещали прислать, и что-то ничего не пришло. Не могли бы выслать еще раз? Токсикоз? Отравилась, что ли? В смысле? Вы сейчас серьезно? Ничего себе! Спасибо огромное. Спасибо. Лен! Лен, пришли результаты анализов! Лен, ты беременна! Лен! Ты беременна, ты знала об этом? Нет. Ленка! Ребенок будет! Ребенок! Ребенок будет у нас! Ой, господи, прости, пожалуйста. Прости, я забыл на радостях. Эх. Продам кабрик. Хотя нет, Максу отдам, пусть гоняет. Потому что хватит уже с этим экстримом. А? Как считаешь? Угу. Интересно, мальчик будет или девочка? Я, конечно, девочку хочу, но ты же пацан тоже классный. А может, двойня? У вас, кстати, в роду были близнецы? Mm-mm. Жаль. У нас тоже не было. Но ничего, сейчас этот родится. Потом второй. Роддом надо выбрать отличный. Прям самый лучший, платный. Можно я на роду буду присутствовать? Нет, нельзя. А я не боюсь. Я вообще ничего не боюсь, крови не боюсь. Я помогу. Не нужно тебе этого видеть. Да? А, ну ладно. Слушай, обалдеть. Жизнь-то как изменится. Теперь в ней есть смысл. Ну, что раньше не было? Был. Только что-то не хватало. А сейчас прям всего хватает.
Мне нужно еще минут 5, Елена Сергеевна. Осталось только заполнить медицинскую карту. А вы кровь на анализ дали уже? Да. Угу. Сейчас посмотрим. Ну что ж, УЗИ у вас хорошее, все по сроку, развивается прекрасно. Это какой по счету ребенок у вас? Первый. Понимаете, анатомически тело рожавшей и не рожавшей женщины отличается. Простите. Дело в том, что муж не знает, что у меня была ранняя беременность давно. Так, а ребенка вы отдали, что ли? Если муж узнает, не поймет. А вы поймете. Мама, ты представляешь, это такой микроскоп, который подключается к компьютеру через USB-порт, и там все-все-все видно. Например, что? Да все, микробы всякие. У него увеличение 400 раз, представляешь? И сколько стоит такое чудо? Ну, не думаю, что дорого. Если хочешь, можем вместе в интернете посмотреть. Папа! Здорово, Данька. Мамка дома? Ага. Отлично. Пап, я про такой микроскоп узнал. Привет, пап. Привет. Ты что, решил в ученые податься? Уважаю. Рассказывай, что там за микроскоп. В общем, такой микроскоп, он подключается к компьютеру через USB-порт. Скоро суп будет готов. Ты же знаешь, я не ем суп. А все нормально? Нормально. Лер, ну долго ты будешь на меня дуться? Ох, умаялся я. Какие люди и без охраны. Нет. Что такое? Да, ударилась неудачно. Где ударилась? А ну дай-ка. Да ничего страшного. Ого, это как? Столкнулась с велосипедистом на пробежке. Ты в темноте бегала? Да нет, нет, он просто мчался как ненормальный. Я больше не буду бегать. Из-за этого случая? Можно сказать, из-за этого. Я этого велосипедиста закрою. Данька, смотри сюда. Ты видишь, какая здесь деталька? А ты что взял? А, немножко, понял. Жень, ну ты сам поклей. Пусть ребенок развивает мелкую моторику. А я по радио слышала, у вас там подстрелили кого-то. Это не у нас, это в другом районе. А опасность, она, знаете, за каждым углом поджидать может. Может, кирпич на голову упасть. А может, он велосипедист въехать на полном скаку. Какой еще велосипедист? А вы не знаете, вашу дочь недавно велосипедист чуть не убил. Лена, ты серьезно? Что? Какой кошмар. А с ребенком все нормально? С каким ребенком? А ты еще и не знаешь? Мам, я же просила. Мать, ты что, беременна, что ли? Да, я беременна. Давай с тобой об этом попозже поговорим. О чем тут говорить? Это ж круто! Жень. Это же супер-пупер высший класс! Хорошие новости. Хорошие новости! Жень, а? Ты чего, ремонт затеял? Так там же еще одна кровать должна уместиться. Вот я и решил это старье разобрать. Давно хотел, руки не доходили. А вещи куда? Ну, я думаю, полки повесить. Что влезет, то влезет, что придется выкинуть. Мам, меня папа научил шуруповертом работать, я теперь умею. Хочешь, покажи? Иди сюда. Давай, показывай. Умница мой. Настоящий мужчина. Пап, скажи честно, ты надолго все это затеял? А что? Ну шум нереальный, голова раскалывается. Лер, придется потерпеть.
Ты же знаешь, что если наш папа что-то задумал, его лучше не торопить. Ладно, ладно, критиковать может каждый, а вот помочь... Ну что я должна сделать? Что сделать? Да. А ты возьми вот эту коробку. Ну, может, ее лучше выкинуть? Не выкидывайте. Там мой любимый грузовик и железная дорога. Лер, давай, бери коробку, найдем место. В общем, поставь ее куда-нибудь. Ну, помоги сестре. Устал? Не особо. Ты мне лучше скажи, когда ты работать заканчиваешь. В смысле? В смысле, в декрет пора? Жень, я буду работать до последнего. У меня в конце квартала большая премия намечается. Зачем нам терять такие деньги? Нам траты предстоят. Слушай, на всех денег не заработаешь. Ты сейчас на каком сроке? 27-я неделя. 27-я неделя. Смотри, а по закону с 30-й недели ты имеешь полное право уходить в декрет с сохранением зарплаты. Жень, я сейчас не в школе работаю, мне никто декретный платить не будет. У нас сколько заработал, столько и получил. Так что я буду работать до последнего. В прошлый раз твое до последнего закончилось, как только у тебя округлился живот и начался токсикоз. Я вообще удивляюсь, как ты держишься. Ты нормально себя чувствуешь? Да, нормально. Жень, правда, все хорошо. Я буду работать, пока есть возможность. Хорошо, только пообещай мне, что как только тебе станет тяжело, ты сразу уйдешь в декрет. Я клянусь. Договорились. Пойду Даньку уложу. Вот жулик, весь в мамку. Лен. Я тут слышала, ты в Ирпень опять собралась? Да, очень перспективный город оказался. Угу. А когда в декрет ты подумываешь? Еще не думаю. А что, кто-то метит на мое место? Да ну, ты что? Ты у нас звезда. Я просто лишний раз хотела тебе напомнить, что не обязательно на себя все взваливать. Нам, конечно, без тебя будет тяжело, но все мы женщины. Мы все были в твоей шкуре. Вот... Я помню, например, на последнем триместре мне было так плохо, что просто кошмар. А мне хорошо. Я в роддом, наверное, из офиса поеду. Я вон две сумки-то собрала. Одна дома, другая здесь. Ну, смотри. Я хотела как лучше. Новая посудомоечная машина. Вуаля! 1,5 часа, и посуда блестит. Как новый. Ну, у меня бы блестело уже через 15 минут. Ты же знаешь, я и то не пользовалась. Лен, а это не для тебя? Да? Конечно, для нашего будущего ребенка. Посудомоечная машина? Конечно. И блендер? Да. И робот-пылесос? Ну, разумеется. Понятно, и мультиварка? Ну, а как же без нее? А и бандаж с проигрывателем и массажером, да? Лен, бандаж особенно. А это, по-твоему, детское питание, да? Где, вот? Да. Да? Лёш. Ой. А что у нас со шторами? Они, кажется, были черными. Да, теперь бирюзовые. Ты что, купил новые шторы? Ну, ты же сама сказала, что от черной тебя мутит. То есть ты пошел в магазин и сам выбирал расцветку? Да. Ну, не помогли. Представляю, как удивились продавщицы. К ним же мужчины заходят реже, чем в женскую консультацию. Да, кстати, от бирюзового меня укачивает. Правда? Угу. Купим новую. Хочешь фиолетовую? Лёш, ну, не стоит так тратиться. Это же только начало. Ну, что значит тратиться, Лен? Это же мой ребенок. Если это еще одна доставка... Лена, это Макс. Лёх, ты серьезно? Я думал, ты с ней никогда не расстанешься. Ты про собаку? Да нет.
Да я на самом деле тоже думал, что, но ты знаешь, время пришло, тем более после аварии. Я уже не могу на ней Лену возить. Поэтому, брат, забирай. Води аккуратно. Спасибо. Так что, я квадроцикл тоже могу забрать? Нет, ты и собаку забирай, и дом, и деньги. А, не наглей, а то передумаю. Так что, я буду приезжать, давай тебе погонять. Да? Ох ты, какой интересный. Нет, все, мне нельзя, у меня дети. Понятно. Неужели ты ее отдал? Ну, а что делать? Видишь, у меня же брат есть. Я думала, ты шутишь. Нет, какие уж тут шутки. Давай, давай, уезжай. Пальма, иди сюда. Господи. Такие вот взял веселую в розовую зебру. А то у нас дома хоть черно-белое кино снимали. Ну, подумал, Даньки на угол вот такого цвета. Опа. Ну все, Пятерик. Красота. На другую сторону. Какое-то необычное имя, ну там, Рамона или Изольда. Угу. Одно необычное имя у нас уже есть. Вы вообще о чем думали, когда меня Валерией назвали? О чем? Это же мужское имя. Меня же до 8 класса Валера чем дразнили. Пацан. Однозначно пацан. Прямо чувствую. Северин. Не очень экзотично. Можно, например, Ратибор или Эраст. Я тебя уверяю, все родители думают в том же самом направлении. А то мы же с уверенностью еще не можем сказать, кто у нас, мальчик или девочка. Mm-hmm. Даже врач еще не уверен. Он же все время поворачивается каким-то не тем боком. Можно послушать. Ты чего замер? Смотри, что получается. Ну да, тесно у нас. Кроватку к нам придется поставить. Придется, других вариантов нет. Я тебе предлагала ипотеку, ты отказался. Лена, за такие проценты... Ну а что делать? Это грабеж. Ничего страшного, выкрутимся. А помнишь, какую маленькую квартирку мы снимали, когда я Лерку родила, помнишь? Конечно, помню. Приходилось разуваться на лестнице, чтобы втроем поместиться. Я помню. Все, все, не переживай. Все, я на работу пока. Давай. А ты меня теперь всегда в школу водить будешь? А где твой Никита? Тебе надо. Я с тобой это не собираюсь обсуждать. А почему не собираешься? Потому. Потому это не ответ. Лер, подожди, мне нужно поговорить. А мне не нужно. Отстань. Ладно, ну прости меня. Идиот. Согласен, Барби, но ты долго будешь ждуться на меня. Не называй меня так. Так меня называл парень, который меня любил. Да, не закрой уши. Ну, прости меня. Размечтался. Я вообще-то расстался с Юлей. Очень жаль, вы друг к другу подходили. Ты даже не хочешь знать, почему. Представь себе, нет. Я тебя люблю. А я тебя нет, понял? Никогда ты мне не нравился. Отстань от меня. Чего ты таскаешься за мной? Пойдем. Найди себе уже кого-нибудь.
Как анализы? Резус-конфликт, опять сколоть иммуноглобулин? Да нет, ничего колоть не нужно. Почему? Ну, у вас нет резус-конфликта с плодом. То есть, не поняла, у меня резус отрицательный, у мужа положительный. Все верно. Но вероятность конфликта в вашем случае 50%. Так что, теперь и на ваши улицы праздник. А правильно я понимаю, что если у отца ребенка резус отрицательный, у меня отрицательный, то тоже конфликта нет? Ну да, но вы не переживайте так. Мы продолжим проверять кровь раз в месяц. Вам так трудно поверить в свое везение? Что вас так беспокоит? Здравствуйте. Здравствуйте. А, Елена Терещенко, не могу видеть. Там. Туда, да? Спасибо. Здрасте. Переделай это срочно. Здрасте. Здрасте. Свет, ну я, конечно, понимаю, что они тебя начистируют. Но я тебе заявку еще в прошлом месяце отдавала. Ну, в чем дело? Елена Сергеевна, это не я напутала. Это у них на фабрике оврал. Не успевают просто. Потому что в это время года на фабриках всегда оврал. Праздники. Здрасте. Здрасте. Свет, я к тебе попозже подойду. Пойдем. А ты что такая? Я вообще-то всегда такая на работе. Что-то случилось? Ты зачем приехал? Да соскучился просто. Решил тебя навестить. Ты не рад, что ли? Я рада, рада. Пойдем в кафе спустимся. Пойдем. У нас оврал сейчас такое на работе. Я вижу, да, да. Слушай, я забыла, мне женскую консультацию надо. А ты на машине? Ленка, ты как в гостинице остановился? Лен, ты меня слышишь? Лен! А! А я в Pine Forest. Ну отлично, ключ мне только не забудь дать, я заеду, вещи брошу, душ приму. Я сумочку на работе оставила. А давай я им позвоню, они тебя пустят. А давай на работу заедем, заберем. Не, не успею. У меня же потом встреча в городе. Ну ладно. Таня, не останавливайся. Давай, пойдем. Лен, ты чего? Уронила. Что уронила? Сережку, кажется, уронила. А, показалось. Ты нормально чувствуешь? Ты сегодня очень странно. Да. Устала очень. Голова болит. Поехали сегодня в Ирпень. Я все дела закончу и поедем. Конечно. Слушай, мы с дизайнером образцово-показательную детскую забабахали. Увидишь, закачаешься. И еще у меня для тебя сюрприз. Поедем. Честно говоря, я удивился твоему звонку. Не припомню, чтоб ты ко мне с конфиденциальными разговорами ходил. Так, давай, говори уже. Не тяни. Мне интриг в горсовете хватает. Что нужно? У нас пополнение ожидается, вы же знаете. Поздравляю. Как ты все успеваешь? Я стараюсь. В общем, хочу у вас денег в долг попросить. Поможете? В ипотеку влезать не хочу, дорого. Основную часть отдам, когда продадим дом. Остальное частями. Так, а проценты? Говорите, сколько, у вас все равно дешевле будет. Жень, ты что, серьезно решил, что я с тебя проценты возьму? Ты же мой зять. Я все для вас сделаю. Ну, в этом смысле вы на меня тоже можете рассчитывать. Так, а вот это уже серьезно. Так, тебе на квартиру какая сумма нужна? 1,2 миллиона. Угу. Ну, я не к тому, два так два. Сегодня в банке закажу, через 2 дня приезжай, прямо ко мне заберешь. Все, давай, рад был видеть.
Альмочка. Ну, привет, моя красавица, привет. Иди ко мне. Ой, красоточка, красоточка. Ну, все, 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 все. Ленка, оказывается, материнство это заразно. Обрати внимание на ее живот. Что? Ну что, сюрприз. Вдруг увидел, что она стала много есть, отвез к ветеринару. И на тебе, наша пальма беременна. Ты моя красавица, мамочкой будешь. Подожди, а от кого, когда? Об этом история умалчивает, но морально мы готовы к дуартерьеру. Ой. Извини, это по работе. Да, алло. Почему не приеду? Приеду, сейчас вещи домой закину. Я поняла. Я перезвоню. Ты что, звонил мне на работу? А, да, как раз хотел тебе сказать. А что? Ты сказал им, что я ухожу в декретный отпуск. Лен, ну а куда ты уходишь-то? Чего упахиваться на работе, на которую ты не вернешься? Почему не вернусь? Ну а как? Ты что, собираешься работать, когда ребенок родится? А по-твоему, я стану домохозяйкой? Ну, семья тоже работа. Ты говоришь, как? Как кто? Как мой отец. Ленка, ты что расстроилась-то? Да. Да, теперь вместо Елены Сергеевны курировать вас буду я. Ну да. Простите, я вам позже перезвоню. Елена Сергеевна, вы разве не в декрете? Елена, вы пришли забрать свои вещи? Мой муж перестраховался. Я очень хорошо себя чувствую и готова работать дальше. Может, вам все-таки уйти в декрет? Я бы на таком сроке не смогла бегать. Но поберегите себя и ребенка. Спасибо за заботу. Я человек дела. Потом до родов еще далеко. В четырех стенах я закисну. Сделайте мне кофе, пожалуйста. Да, конечно. Малыш в норме. Сейчас она спит. Это хорошо. Это я еще планировала поработать. Что вы сказали? Ребенок спит. Вы сказали, она это девочка? У меня будет девочка. Простите, вы не хотели знать пол ребенка? Я так и знала, что будет девочка. Это точно девочка? Да. Маленькая полуторакилограммовая девочка. Можете обрадовать отца. Фамилия, имя, отчество. Павленко Игорь Александрович. Год рождения. 2000. А где адвокат? Что вы такого совершили, Игорь Александрович, что вам так срочно адвокат нужен? И я на вас жалобу напишу. В прокуратуру. Вы мне наркотики подбросили. То есть вы вот так без экспертизы можете определить, что у вас в кармане были наркотики? Слушай сюда, лейтенант. Или кто ты там. Я ваши разводы все прекрасно знаю. А спорим, через 2 часа я отсюда выйду, а ты у меня прощения проси больше. Ты хочешь поспорить? А спорим, что уже завтра ты подпишешь признание, а послезавтра твоя жизнь очень круто изменится. Спорим? Я тебе больше ничего не скажу. Понял? Это ваше право, Игорь Александрович. Одну минуту, никуда не уходите. Здравствуй, Женя. Ну как, нашел квартиру? Пока нет, но время есть еще. А скажи мне, у вас парня по фамилии Павленко там нет?
Есть такой. Жень, я его отца Сашку знаю еще с академии. Ты мог бы там повлиять на ситуацию? Парень он хороший, просто запутался немного, молодой, а по молодости, знаешь, попал в неправильную компанию и завертелось. Ничем не могу помочь, Сергей Васильевич. Извините. Швец и Адамян в изоляторе еще? Да, их завтра после обеда этапируют. Отлично, вот этого красавца к ним. Но... Это приказ. Так точно. Женечка, заходи, дорогой. Ужин сейчас будет готов. Как хорошо, что я успела. Вместе и поужинаем. Здравствуй, Жень. Здравствуйте. Давай, присаживайся. Жень, не дури. Чем мои деньги хуже ипотечных? У вас процент выше. Ты про Павленко? Да не переживай ты, этот вопрос уже решил без тебя. Сергей Васильевич, пересчитайте деньги. Жень, ну зачем ты так? Не будете пересчитывать? Хорошо, здесь все ровно. Спасибо вам. До свидания. Жень, а ужинать? Мария Николаевна, в следующий раз. Что это за деньги? Да вот хотел ребятам на квартиру добавить. А Женя отказывается, гордый слишком. Видишь, не берет. Жень, не успела тебе сказать. Мне сегодня ночным снова в Ирпень нужно ехать. Там ЧП без меня опять справиться не могут. Слушай, Ленка, надоели мне твои разъезды. Ну и богу. Я же не жена моряка, я возьму и не пущу. Да я быстро. Всего на пару дней. Потерпишь? Пап, можно мы с мамой поговорим? Лера, а мне тоже хочется поговорить с мамой. Мама сегодня уезжает. Пап. Меня провожать не нужно, я сама доберусь. Да не собирался я тебя провожать. Мам, скажи, ты... научила меня, как сделать так, чтобы Никита за мной бегал. Ты же сама этого хотела. Ну да, хотела. Теперь не хочу. Он мне в школе прохода не дает. СМС-ками заспамил, звонит постоянно. Теперь у ворот меня ждал. Мужчины, они по природе свои охотники. И чем сложнее им преследовать добычу, тем сильнее они стараются. А если ты перестанешь сопротивляться, он от тебя отстанет. Если не отстанет? Значит, любит. Арамис. Ой. Это Атос. А вот это точно Портос. Смотри, какой толстенький. А это вообще девочка, миледи. Ты вообще не заморачивайся, не мучайся, не запоминай. Я уже через интернет договорился. Двоих завтра заберут. Что, уже? Ну да. Давай не будем их пока отдавать. Смотри, они какие маленькие, такие миленькие. Вот пока они такие маленькие, миленькие, их проще пристроить. Кто потом привык, тем тяжелее будет отдавать. Кто морда моя. Господи, хороший. Ну ладно. Пока они здесь, я их затискаю до потери пульса. Ай! Лен, ты че? Ой, что-то живот прихватило. Ой. Что, если я рожа? Сейчас, погоди, сумка где, которую мы готовили? Там. Сейчас. Ай! Алло, скорая? У меня жена рожает. Сколько минут? Вы там обалдели, что ли, совсем? Какой у тебя срок? Лен, сколько недель? 36. 36 недель. 36 недель. Когда приедете? Да вы что, она второго же успеет родить. Все, отменяйте вызов. Короче, они полчаса будут ехать, мы сами успеем доехать. Да, Лен, Лен, да, быстрее. Аккуратненько, аккуратно. У вас хорошо. Сейчас я сумку заберу. А? Все нормально, сейчас доедем. Пойдем, 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 аккуратненько. Тихо, 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 тихо. Раскрытия нет. А ложные схватки на вашем сроке вполне возможны.
Так что вы можете не волноваться. А если хотите, мы вас можем оставить до завтра. Просто, чтобы понаблюдать. Нет-нет. Если я не рожаю, я домой. Мне уже лучше. До свидания. Ну, что доктор сказал? Сказал, что ложные схватки. Ну все, рожать не будем. А я уже селфи запустил из роддома. Ну, придется подождать еще несколько недель. Да. Я, в общем-то, никуда не спешу. Лера! 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 Конечно. Что за... Капец. Лера! Жень, ты помнишь, как ты за мной ухаживал? Помню. Я тебя на велике катал. Да, упали за кинотеатром, но не царапины ведь, правильно? Может, ему руку сломать? Давай. Лера! Лера, иди сюда. Тебе, моя Барби! Привет, мамуль. Че, не спишь? А ты чего так поздно? Уже 12 часов. 12? Обалдеть. Ну, что там у вас? Любовь? На всю жизнь? Но если не на всю жизнь, то какой там смысл, мамуль? Фу, папуля пришел. Спокойной ночи. А чего вы не спите? Полуночничаем. Что ж ты ко мне, Леночка, раньше не пришла? Так вы же теперь в частной клинике работаете. Мне это не по карману. Да ладно. Я своих не бросаю. Две беременности твои я отвела? Сделала бы тебе скидку. Я запомню. Как там девочка? Невеста уже небось? И не говорите. А мальчик уже в третьем. Как вы все помните? Помню. Ну, у вас и память. Да. Так.
А сколько тебе поставили? 36 недель? Ну, это много. А сколько бы вы поставили? Ну, 32-ю, 33-ю максимум. Но тебе изначально неверный срок поставили. Но это не критично. Бывает. Четвертая. Восьмая. Двенадцатая. Мам! Да. Проверь математику. Прости, малыш, у меня уже голова кругом идет от этих цифр. Попроси сестру. Я не могу, мы с Никитой в кино. 31, 33. Мам. Хорошо, оставь. Я попозже проверю. Чайник поставь, пожалуйста. Хорошо. Только наша клиника использует технологию, максимально безопасную для плода. Да, для меня это очень важно. Я так поняла, что ДНК плода можно узнать по крови матери. То есть нужна только моя кровь? Ну и кровь кандидатов на отцовство. У вас сколько кандидатов? Это стандартный вопрос. Неважно, что с вами произошло и как это случилось. Но если вы здесь, то вам, наверное, не все равно, кто отец вашего ребенка, правильно? У меня два кандидата. Нам будут нужны и их образцы крови тоже. Подождите, я думала, что отцовство можно установить по любому биологическому материалу. Слюна, волосы. Извините, мы не в полиции и не в кино. Но если у вас всего два кандидата, вы можете сдать только один образец. Там результат практически стопроцентный. Соответственно, второй результат нулевой. Вот и все. Жень, я сегодня была в женской консультации. Все нормально? Да-да, все нормально. Оказывается, за последние 9 лет медицина так далеко продвинулась. А одно уточнение. Это на руку? Да. На руку. Теперь по анализу крови родителей можно определить, есть ли генетические заболевания у ребенка. У нас нет. И как доказательство, два совершенно здоровых ребенка. Завидую тебе. Ты так спокойно, я вот места себе не нахожу. Слушай, если ты так хочешь, давай сделаем этот анализ. Что там надо, сдать кровь? Я знаю. Я нашла несколько платных клиник. Лен, напиши мне адрес, я завтра поеду и сдам кровь. А сейчас я спать хочу, извини. Даня, что случилось? Чего? Да, ничего страшного. С каждым бывает. Со мной тоже так было. Я вот, когда тобой беременная была, мы с папой однажды шли по улице, он мне рассказал очень смешную историю. Я так рассмеялась, что описалась прямо на улице. Представляешь? Ну, только ты никому не говори, ладно? Конечно, не скажу. Иди сюда. Я никому не скажу. Это будет наш с тобой секрет. Да? Угу. А я умею хранить секреты. Ты мне веришь? Да. Ну,
Пойдем переоденемся. Лен, занята? Нас заказывают, когда Даньки в школу вызывают. Он тебе ничего не рассказывал? Нет, слушай, я подал заявку на ипотеку. Странно. С оценками вроде все в порядке. Замечаний нет. Нужно подписать согласие супруга. Подпиши, пожалуйста. Да, конечно, у него сейчас возраст такой, что нашу школу затаскают. Лен, подпиши согласие. Ты же говорил, что банки — это узаконенное мошенничество. Да, говорил. Но других вариантов я не вижу. Да ну, Жень, ну мы же не на улице живем, у нас есть крыша над головой. Ну, давай я теперь же маленького-маленького ребеночка. Он не будет занимать много мест. Не хочу маленького, я хочу богатыря. Подпиши согласие. Я все решил. Уверен? Да. Даня участвовал в городской олимпиаде рудитов, занял 3-е место. Это его приз. Примите наши поздравления. Очень приятно. Приз ценный. Я решила передать его вам. Спасибо. Елена Сергеевна, Оксана Игоревна хотела бы с вами поговорить. Оксана Игоревна, это кто? Это я. Наш школьный психолог. Я, пожалуй, оставлю вас. Елена Сергеевна, присядьте, пожалуйста. Я вас слушаю. На уроке физкультуры произошел инцидент. Даня описался. Я побеседовала с ним, и оказалось, что это не единственный случай. Ясно. Что вы предлагаете? Дело в том, что НРС у детей чаще всего возникает из-за страха, что в семье что-то не так. Любопытная теория. Это не теория. Этот вывод основан на многолетних исследованиях и интервью. Оказывается, детям крайне важно наблюдать внешние проявления любви между родителями. Как вы считаете, возможно ли, что Даня по обстановке в доме мог сделать вывод, что у вас с супругом не все гладко? У нас с мужем все прекрасно, и в семье с проявлениями у нас тоже все хорошо. Описывается он у вас в школе, а не дома. Может, об этом подумаете? Здравствуй, Женя. Здравствуйте, Мария Николаевна. Данечка, папа пришел. Здорово, Данька. Привет. Чем занимаешься? Уроки сделал уже? Да, мы уже все сделали. И математику, и английский. Бабушка даже стихотворение проверила. Можно я пойду погулять? Сейчас мама придет. Будем ужинать. А потом мне стихотворение расскажешь. Ладно. Жень, ну я пойду. На ужин сегодня пюре и гуляш. И шарлотка в духовке. Угу. Ну, так, может, вы это, Лену подождете? Да нет. У меня там Сережа один некормленный. Ой, забыла. Я тут на рынке кое-какие продукты купила. И квашеную капусту. Так ты ее в холодильник поставь. Угу. Ты ведь Лену любишь? Да. И детей? И детей, разумеется. Но иногда ради любимых можно поступиться гордостью? Вы сейчас к чему, Мария Николаевна? Если вы обо мне, то я не гордый, знаете ли. Вот и хорошо. Ладно, я пойду. Ага. Жень. Ты про капусту не забудь. Не забуду.
Я дома! Круто! Дань, смотри, что тебе в школе подарили. Ура! Спасибо! Ну ладно, ладно. Тише ты. Это не мне спасибо. Ты сам это заслужил. Вот тебе и капуста. Откуда это? От твоего отца. Деньги на нашу новую квартиру. Жень, мы можем их не брать. Угу. Папа, смотри, какой я планшет в конкурсе выиграл. Классный планшет. Я тобой горжусь, Данька. Я есть хочу. Иди, руки мой. Только планшет в комнате оставь. Хорошо. Как говорит твоя мама, иногда ради своих близких можно и поступиться своей гордостью. По-моему, это именно тот случай. А я вам говорила, что я вас очень люблю. Мне вчера. Да мне вроде тоже говорила. Я, правда, не помню, когда. Значит, совершенно необходимо сказать вам это сегодня. Я вас очень люблю. Папа, это планшет смотреть. Что этот хитрюга натворил в школе? Почему вызывали? Выразить благодарность за прекрасного сына, которого мы воспитали. Есть кто дома? О, привет. Отлично, все в сборе. Все одеваемся и к машине. Зачем? Едем смотреть мебель. Мой приятель отдает. Почти новая, почти за даром. Здесь недалеко. Проедемся, посмотрим. Нам детскую кроватку некуда ставить, а ты говоришь мебель. А мы старую мебель выкинем. А я с Никитой хотела встретиться. Твой Никита подождет. Ну давайте, собирайтесь. Так, проходим. Пап, ну где вся мебель? Я ничего не понимаю. Жень, что происходит? Да, в общем-то, ничего особенного. Просто теперь вот это наша квартира. Сюрприз. Жень. Я 2 месяца подыскивал такой шикарный вариант. Сегодня подписал документы. Мам, это серьезно наша квартира? Если папа говорит. Лера, это серьезно наша квартира. Ура! 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 У нас теперь будет своя комната! Ура! Ну как тебе? Да, слушаем. Здравствуйте, я анализы сдавала. Мне сказали, результаты будут готовы через 8 дней. Как ваша фамилия? Терещенко. Елена Сергеевна Терещенко. Их еще нет в базе, но я могу связаться с лабораторией. А давайте я вам перезвоню буквально через 5 минут? Да-да, хорошо, я буду ждать вашего звонка. Ну вот, вот это я понимаю, теперь нам есть где развернуться. Смотри, вот это спальня, вот это детская, если что, удобно бежать к малышу. Ай! Кто это у нас тут толкается? Ночами спать мне не дает. Сильная? Сильная. Может, это пацан будет? Ой, извини, это насчет анализа. Да? Елена Сергеевна? Да-да, я слушаю вас. Пришли результаты ваших анализов. Образец, который вы предоставили, исключает вероятность отцовства. Совсем? Вероятность отцовства 0%. Спасибо. Ну что там? Что? Анализы. Что там с анализами? Все нормально. Ребенок здоров? Ребенок здоров. Ну, так а что ты так расстраиваешься, если ребенок здоров? Лен, что с тобой? Все нормально. Точно все нормально? Да-да, все хорошо.
Предупреждаю, мне нужна только правда. Но если она тебе не понравится? Если не понравится, значит, это настоящая правда. Правда никому не нравится. Окей, спрашивай. Кто тебе на самом деле нравится, я или Юлька? Обе. Так не бывает. У мужчин бывает, мы немного отличаемся от вас. Игорь хромосомой, биология, 9 класс. Ты хотела правду? Я встречался и с тобой, и с Юлей. Но тебе не говорил, потому что ты бы заставила меня выбирать. А я тогда не мог. А сейчас можешь? А сейчас могу. Почему? Потому что сейчас я выбрал сам. Я выбрал тебя. Лен, слушай, ну ребенок здоров, ну что ты, ей-богу. Это я от радости. Переволновалась. Как можно так расстраиваться от радости? Я не врубаюсь. Лен. Сейчас все пройдет. Да. Что вы не можете без меня найти? Ну как же вы не можете без меня? Ну, да. Конечно, я приеду, да. Конечно, конечно, я приеду. Пап, мама дома? Дома, раздевайся давай. Мам, я тебе подарок принес. Какой? Пойдем покажу. Вот. Мы просто сегодня делали открытки, нам сказали делать кому хотите, я решил тебе. Самый лучший маме на свете. Дорогая мамочка, я тебя очень люблю. Ты у меня самая красивая и замечательная. Лучшая мама на свете. Мам, ну ты чего? Чего ты плачешь? Спасибо тебе, солнце. Я тебя тоже люблю. Я вас всех очень люблю. Так, ну вы это что, сырость развели? Жень, смотри. Даня мне какую открытку подарил. А у меня это гормоны просто. Плачу как дурочка. Так, ну мне все ясно. Давайте все успокаиваемся. Данька, а мы с тобой идем хавать суп. Всем привет! Привет! Что происходит? Мам, почему ты плачешь? Да нет, все нормально, Лера. Смотри, Даня мне какую открытку подарил. Мамочка, ну ты чего? Ну, видела я эту открытку. Ну, что плакать-то? Мам. Мам, ты куда? Я на работу, там без меня перепутали все. Я чувствую, в этот раз ты прям с работы рожать поедешь. Да я им уже объяснила все, они ничего без меня найти не могут. Я быстро, туда и обратно. Лен, на самом деле мне в отделение надо съездить, я могу подбросить. А? Не, не надо, я сама прогуляюсь. Спасибо. Ты будь осторожна. Хорошо. Пап, что это с мамой? Я ее такой никогда не видела. Говорит, гормоны. Каждый миг
И уже до вокзала. Да, привет. Где? У меня? Зачем? У меня же брат дома. Привет. Привет. Это совсем, что ли? У меня брат дома. Да ладно, он что, кому-то расскажет, что ли? Да тебя папа убьет, если узнает. Волнуйся, ну прям убьет, да? А ну подожди, Даня! А ты чего делаешь? Чего-чего? Уроки. А погулять хочешь? Так, папа сказал уроки делать. Здорово, Дань. Привет. Ну, я ему ничего не скажу. Пойди погуляй часик с друзьями. Тогда можно я планшет с собой возьму? Друзьям показать? Да бери, конечно, Дань, бери. Давай, только быстрее, пожалуйста. И смотри, если кто-то будет обижать, так скажи. Я выйду, всем по морде надаю. Хорошо. Когда твой отец вернется? Ты откуда я знаю? Он всегда в разное время возвращается. Ну ладно. Простите, простите, пожалуйста, простите. Простите, пожалуйста, простите. Киев, стоянка, 15 минут. Киев, стоянка, 15 минут. Просыпаемся. Ваша станция. Не дальше. А билет? Я доплачу. Я билетами не торгую. Стоянка 15 минут. Попрошу на выход. Я не могу. Может, я скорую вызову? Нет. Пожалуйста, умоляю, я не могу выйти. Помогите. Да вы что? У меня жена беременная, должна ехать этим поездом. Я только посмотрю, здесь она или нет, и все. Мужчина, до конца остановки 5 минут. Освободите, пожалуйста, вагон. Жена беременна у меня здесь. Я буквально посмотрю и все. Слушайте, может, она в туалете? Туалеты закрыты. Мужчина! Ваше место свободно, можете возвращаться. Тише. Что там? Не знаю. Не знаю. Пойди посмотри. Разбился? Ну, это твой? Нет, это мамин рабочий. Забыла. Ну ладно. Есть кто дома? О, привет.
Мама дома? Нет. А она звонила? Нет. А что ты такая загадочная? Данька где? Гулять пошел. В смысле гулять пошел? Сейчас же темно. Ты что, Лер? Ну, папа, он сейчас вернется. Здрасте. Здрасте, здрасте. А чем это вы там занимались? Так, Никита, на выход. Лера, подойди ко мне. Подойди ко мне. Это что такое? Послушай меня, когда тебе стукнет 18, и ты будешь жить в другом доме, занимайся чем хочешь. Пока ты живешь здесь, я за тебя отвечаю. Чё ты телишься? Чё ты ждешь? Физического воздействия! Быстро! До свидания. Пока, Лер. Значит так, я пойду найду твоего брата, а ты сиди здесь, дома. И не вздумай никуда уходить. Не вздумай. Женщина, ну вы уж ответьте или выключайте. Да, Жень. Алло, Лен, ты вообще домой сегодня собираешься? Нет, не ждите меня, я не приеду. Слушай, что у тебя там происходит? Ты у Ларисы? У тебя все нормально? Да, я у Лёли. Что-то она совсем расклеилась. Неудобно уезжать. А что это за гул? Будто в поезде. Из окна, наверное. Ой, я палец порезала. Жень, я пойду дальше Лёлю утешать. До завтра, пока. Ну, до завтра, раз так. Ларисе привет. Береги пальцы. Алло. Ну что, ты живой? Он тебе еще что-то сказал? Пипец вообще, да. Нет, он еще не пришел. Слушай, ты же видел мамин телефон? Ну да. Слушай, как взломать пароль? Нет, это другое. Ну говори давай. В смысле нельзя? Совсем? Если... Есть. Да, спасибо, я тебе завтра перезвоню. Я места себе не нахожу без тебя. Я люблю тебя. Леш, я люблю тебя тоже, очень-очень. Потерпи еще 3 дня, я приеду. Ура, ура. Я счастлив, когда я смогу увидеть свою королеву. Эта неделя будет без командировок. Леш, я соскучилась. Я тоже жуть как. Скоро начну выйти. Ты мой самый дорогой бриллиант. Люблю тебя. А я сильнее. Ты волшебница. А ты волшебник. Давай, проходи. Дань, что с планшетом? Пацаны разбили. Потому что думать надо головой, а не одним местом. Скажи спасибо, что не избили брата. Все, раздевайся. Я не хотел. Давайте, они начали толкать ее. Лера, я тебе серьезно говорю, еще раз такое повторится, вот еще раз. Ты меня поняла? Поняла. Пап, я не подумала. Ну все, 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 хватит. Эй, посмотри на меня, посмотри на меня. Не хныкай, с каждым такое может случиться. Ты же мужик. Мужик. Пап, ты найдешь тех козлов? Да, найду. Пап, знаешь, не специально, прости меня. А ты не у меня прощения проси, а у брата. Быть взрослой – это ответственность, Лера. Дань, прости меня. Ладно. Все. Так, давай, иди умывайся и в постель.
А уроки? А с уроками тебе Лера поможет на выходных. Правда, Лера? Да, правда. Стоянка 2 минуты. Стоянка 2 минуты. Чаю принести? Спасибо. Не наговориться с тишиной мне, и не буду жить я как захочется. Что же боги нам направили? Может, поешь? Алло, Лен! Господи, ну слава богу. Слушай, чего ж так долго трубку-то не берешь? Я тебя потерял. Лен, малыш, ты меня слышишь? Алло! Лен, алло! Что-то упало. Само упало? Само. Папа, где мама? А, Лариса, она сегодня ночует. У них там этот психоанализ. А ты уверен, что она у Ларисы? Так где ей быть-то, Лер? Ну да. Запуталась. Я не знаю, что делать. Ну хорошо, ну влюбилась. Переспали, бывает. Но зачем замуж за него выходить? Чего ты молчишь? Ну сложно все. Больно никому не хотела делать. Ну и что теперь? Тебе рожать скоро, а ты с мужиками разобраться не можешь. Кто хоть отец, знаешь? Лёша. Алексей. Этот второй муж, который в Киеве встречает. Да. Ты уверена? Я делала экспертизу БТНК. Да. Экспертиза – глупость. Ты же вроде с виду умная женщина. От кого ребенок женщина решает? Сердцем. Почему нельзя сделать так, чтобы всем было хорошо? О, размечталась. Так даже Бог не может. Я их любила, понимаешь? Обоих. Сердце у тебя большое. Правду расскажи. Могу. Все равно придется.
Овсянка, сэр. Не хочу. Начинается. Я тоже не буду. Так, а ну давайте, ешьте кашу, нас ждут великие дела. Какие? Я для мамы сюрприз приготовил. Надо на новой квартире кое-что сделать. Но без вас я один не справлюсь. Я готов. Круто. Лерка. Я не поеду. Так, Даня, доедай кашу, через 15 минут выходим. Лерка, ты чё колючая такая с утра? Папа, хватит. Ну что хватит? Все в порядке. А чего ты злишься? Я не злюсь. Лера, что происходит? Ничего. Ну если ничего, тогда поехали. Зачем? Может, я не хочу, может, у меня настроения нету. Это из-за вчерашнего? Ну, извини, вспылил я. Ну, я твой отец, понимаешь? Маме я ничего не скажу. Да мне плевать, хочешь, можешь сказать. Лера, что за детские капризы? Почему ты всем настроение портишь? Это я порчу. Ты еще не знаешь, кто нам всем настроение будет портить. Так, а ну стоп. Валерия, если ты мне сейчас не расскажешь, я позвоню твоему Никите и сам все узнаю. Не надо, папа. Я поеду. Если ты хочешь, я поеду с тобой. Я хочу. Давай. Алло. Добрый день. Да, добрый день. Я могу поговорить с Еленой? А с какой конкретно Еленой? С Терещенко. Ее нет в офисе. Я... Могу я что-то передать? Передайте, что звонил муж. Муж? А почему вы ей на мобильный не позвоните? Потому что не могу со вчерашнего дня-то звониться. Она вообще когда появится? Ну, она бывает раз в несколько дней. Я не могу сказать точно. Света, а слушай, ты не знаешь, где Елена Терещенко? Ей муж звонит. Муж? Не, не знаю. Так, а можно же позвонить ей на мобильный? Он говорит, что несколько дней не может дозвониться. Дай мне. Алло? Евгений, если не ошибаюсь? Нет, это не Евгений, это Алексей. Алексей, а кому вы звоните? Елене Терещенко. Я же не туда попал? С кем я разговариваю? Подождите. Слушай, Кать, ты недавно обновляла списки сотрудников. Не помнишь, у нас там второй Елены Терещенко нет? Кажется, в отделе закупок. Алло? Да, Светлана, подождите, секундочку, подождите. Алло, я сейчас вас переведу на отдел закупок. Алло, отдел закупок. Чем могу вам помочь? Я хочу поговорить с Еленой Терещенко. А так вам нужен отдел продаж. Я вас сейчас переключу. Вы совсем там обалдели, что ли? Меня только что оттуда перебросили. Что у вас там за бардак? Света, никакой Елены Терещенко в отделе закупок нет. Слушай, не парься, ты просто номером ошибся. Ну, он так уверенно говорил. Слушай, Кать. Но я с Еленой проработала почти год. Так вот, мужа ее зовут Евгений. Да, точно, Женя, Евгений.
куда, Леш? Алло, Лен! Господи, ну слава богу. Слушай, ну ты обалдела, что ли? Я со вчерашнего дня не могу до тебя дозвониться. Я работала допоздна. Телефон в гостинице забыла. Что-то случилось? Да то, что у тебя в офисе какие дуры работают. Ты звонил мне на работу. Ты скажи спасибо, что я в полицию еще не позвонил. Я уже в морге собрался обзванивать. Я тебя очень прошу, не делай так больше, пожалуйста. Ну это невозможно, с ума можно сойти. Когда ты возвращаешься? Я... Думаю, завтра. Лер, ну как тебе? Лер! Может, ты поможешь? Это не слишком. Зачем этот декор? Можно было просто обои наклеить. Какие обои, Лера? Это же камин! Обои это даже как-то несовременно. Пап, а давай сверху еще облака нарисуем? Какие облака, Данька? Ты тоже не перегибай. Слезай. Давай лучше свечи поставим. Так, вот это. О, привет. Сюрприз. Ну, даете. Это ж камин, Лена. Это ж гениально. Это слово. Ну, как ты? Как ты сегодня? Получше? Гормоны утихли? Утихли. А Ларису на путь истинный наставила? А мама у нас проповедница, что ли? Лер, ты чего? Или лучше сказать, праведница. Дети, как вы смотрите на то, чтобы сегодня поехать к бабушке с дедушкой с ночевкой? Кто хочет обыграть деда Влада? Мам, пожалуйста, можно я не поеду? Я с вами хочу. Данька, ну а ты чего? Ты же любишь к бабушке ездить. Лер, ты куда? Лера? Лер, вот что с ней? Не знаю. Задолбала все. Пойдем ко мне. У меня сейчас там никого. Не хочу. Лер, ну ты че? Ничего. Девушка, можно нам, пожалуйста, два капучино? Сколько это будет стоить? 52 гривны. А если у меня есть флаер? Тогда 26. Окей. Ты что, с ней заигрывал? Да ничего не заигрывал. Заигрывал, я же видела. Лер, мне что, теперь улыбнуться нельзя? Нельзя. Ты со мной или не со мной? Лер, ну ты что, озверела, а? Ну погоди, ну куда ты? Лер! Лер! Лер, ну погоди, ну что происходит, а? Руку убери. Слушай, ну что я теперь, я на других посмотреть не могу, а? Да можешь смотреть на кого хочешь. Мне уже все равно. Погоди, ты что, меня бросаешь? Бросаю. Почему? Да потому что человек всегда знает, кого он любит. А все эти сказочки, не знал, кого из двух, только сейчас понял. Как я могу после этого тебе доверять? Малыш, ну я же извинился. Ты говоришь одно, делаешь другое. Я тебе не верю. Отвали от меня. Кстати, ты почему детей отправила? Соскучилась? Жень, сядь, пожалуйста. Хорошо. Сел. Жень, только пообещай, что выслушаешь меня до конца. Ну, обещаю. Лен, не томи, а то жутко как-то. Лер, что случилось? Ничего. Ты почему не у бабушки? Да отстаньте от меня все! И что делать? Сейчас я поговорю с ней. Лера, что случилось? Ты с Никитой поругался? Из-за него, да? Лер, поговори со мной.
Я все знаю про тебя. Я нашла твой телефон и прочитала твою переписку. Как давно ты изменяешь папе? Ребенок от любовника? Тише, тише. Да не надо со мной, как с маленькой. Расскажу первой. У меня есть другой мужчина в другом городе. Это не интрижка, мы давно уже вместе, и я люблю его. Твоего папу я тоже люблю. Так бывает. Я люблю обоих. Твоя сестра, она... Ее отец, тот, о ком ты подумала. А аборт ты сделать не могла. Девчонки, ну вы что, у вас все нормально? Жень, подойди, пожалуйста. Нет, папа, уйди! Зайди, уйди. Мама, я прошу тебя, пожалуйста, я прошу тебя, ничего не говори папе, пожалуйста. Лера, почему? Лер, я думала, ты меня поддержишь. Папа тебя очень любит, ты сделаешь ему очень больно, пойми, так нельзя, мама. Так нельзя. Лера, Лера, я понимаю, это больно. Я понимаю, ему будет больно, но ты думаешь, мне не больно? Да так тебе и надо. А папа такого не заслуживает, мама. Мама, не смей ему говорить, слышишь? Я не скажу. Что дальше? Дальше? Дальше ты поедешь к своему любовнику и все ему расскажешь. А потом вернешься к нам, мама. А если ты этого не сделаешь... Если ты решишь уйти от папы. Что тогда? Тогда я останусь с папой. И Даню подговорю. Мы все тебя бросим. Поняла? Там у Лерки за секрет. Что? Что ты хотела мне сказать? Нет, ничего. Я хотела сказать, что мне нужно будет съездить на один день в командировку. Просто передать дела и все. Это последнее. Просто передать дело. Сколько раз я уже это слышал? Ой. Ленка, ты че? Да, просто повела немного. Сейчас, сейчас. Сейчас воду принесу. Симулируешь, да? Если ты не поедешь к своему любовнику, поеду я. На, пей. Пей, пей. Все хорошо, просто утреннее пониженное давление. Так, командировка отменяется? Нет. В смысле нет, Лен? Давай ты сегодня дома побудешь. Даже Олимпиаду иногда отменяют. Сравнил. И там люди ждут. Подстроили свой план под меня. Ну и что, что люди ждут? А у нас форс-мажор. Какой-то форс-мажор.
Папа, беременные очень четкие. Если мама говорит, что все хорошо, значит, все хорошо. Правда, мамуль? Так, ладно. 2-1. Но я тебя на вокзал отвезу. Жень, ну не теряй время, иди уже. Я же не немощная какая-то, я всего лишь беременная. Вон, смотри, здесь нас таких много. Хочешь побыстрее от меня избавиться? А вдруг билетов нету? Давай купим билеты, я поеду. Здравствуйте, один до Киева на ближайшем. Здравствуйте. Вам как обычно, третий вагон? Нет. Можно в другой. В любой другой, лишь бы людей было поменьше. Беременным не отказываю. Четвертый подойдет, он до Киева практически пустой едет. Хотите, будете одна в купе? Отлично. Нет, не отлично. Дайте, пожалуйста, с соседями. Мало ли что, пускай рядом люди будут. Жень. Хорошо? Ты обещала. Ой-ой, мне действительно пора. Слушай, ну я поеду. Да, конечно, езжай. Все в порядке, я справлюсь, Жень. Точно? Точно, точно. Все, люблю тебя. С вас 120 гривен. Вас можно поздравить? Мальчик или девочка? А я когда второго носила, думала, у меня мальчик. Все признаки были. А родилась девочка. Правда, крупная. 4 кило. Станция Кожанка. Стоянка 10 минут. А у меня всего 2 килограмма было. Не доносила. Как вспомню. Извините, я двери на замок закрою. Переоденусь. А ну отпустили ее! Люди, пожалуйста, помогите! Останьте от нее, ублюдки! Я сейчас полицию вызову и фото ваше им на память пошлю! Ты ебнутый придурок, сваливай! Говорил, что ли? Женщина, женщина, вы в порядке? Женщина, помогите! Помогите! Е. В поезде. Вы упали. Ее толкнули. Я бандиты, я же вам говорила. Девушка, я этого не видела. Все время была в вагоне. Никаких бандитов здесь быть не могло. Мне надо позвонить. Где мой телефон? Не вставайте. Вы сильно ударились головой. А! Вызовите скорую! А! А? Вызовите скорую! Какой срок? 35-я неделя. Травма головы. 5 минут была без сознания, почувствовала резкие боли в районе малого таза, вкололи ей ибупрофен, капаем гипертонический раствор. Хорошо. У нее нет документов. Ладно, оставляйте так. Лен! Лена! Лен! Лена! Девушка! Девушка! В 5-м купе беременная ехала. Вот-вот ее пряжа, где она? Ну да, была. А вы ее муж? Муж. Где она? Ой, там такое было. Она упала, головой ударилась. Потом у нее схватки начались. Так мы скорую вызвали. И поезд стоял в Кожанке и ждал, пока... Куда ее отвезли? Фастов.
Как это еще не заселилось? Еще раз проверьте. Терещенко Елена Сергеевна. Она 2 часа как должна была уже заселиться. Понял. Спасибо. Мама не звонила? Нет. На мобильное она не отвечает. В гостиницу она еще не заселилась, хотя уже должна была. Не нравится мне это, блин. Пап, ну что ты психуешь? Ну, может, на работе еще встреча какая-то. Ну, первый раз, что ли? Лера, иди спи, поздно уже. Пап, ну расслабься. Мама в своем репертуаре. Горит на работе. Думаешь, мне вот тревожно как-то. Да завтра вернется, как ни в чем не бывало, и такая: ах, сори, вы звонили. Я телефон на беззвучный поставила, забыла включить. Пап, иди тоже спать. Нет, Лер, спать иди ты, а я на работу поеду. В общем, если что, звони. Ага, да. Лягте, пожалуйста. Расслабьтесь. Пульс? 180. Давление? Систолическое 60. Сделайте с этим что-нибудь, мне рожать только через месяц. Милая моя, какой месяц? У вас внутреннее кровотечение. Будем готовить вас к кесареву. А ребенок? Для ребенка так будет лучше. Готовьте к экстренному кесареву. Если вам придется выбирать, спасайте ребенка. Тише, тише. Все будет хорошо. Не переживайте. Не отключайтесь. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Дышите. Дышите глубже. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Не выключайтесь. Поздравляю, у вас девочка. Скажите, беременную с поезда к вам привезли? О, Господи, я же к вам обращаюсь. Я говорю, беременную с поезда к вам привезли. Что с ней, где она? Ну что вы кричите? Да, привезли. У нее преждевременные роды, она в реанимации. Ждите. Вы бы сказали, не переживайте. В поезд она села точно, я ее сам отвез на вокзал. А вот в Ирпене она уже не появлялась, никто ее там не видел. Пока звонили только по 3 станциям, по маршруту Винница-Киев, все тихо. Да, слушаю. По поводу Терещенко, да, ко мне. Вы из Казатина? Тоже ничего не знаете. Ладно, хорошо, отбой, спасибо. Как она? Потеряла много крови, отслойка плаценты. Состояние тяжелое. А ребенок? Девочка, она сейчас в детской реанимации. Можно их увидеть? Нет, мы в реанимацию не пускаем. Доктор, я вас очень прошу, пожалуйста. Так, к жене категорически нельзя. А к ребенку, ладно, пойдемте. Только шапочку наденьте, она у вас в кармане. Спасибо. Которая из них моя? А вот третья от нас. Видите? Алло. Алло.
Здравствуйте, а можно поговорить с Еленой? У нее другой номер. А кто ее спрашивает? Почему не в школе? Математичка заболела. Вообще, пап, какая школа? Новости есть какие-то? Нет, а у тебя? Ты Даньке, я надеюсь, ничего не говорила? Папа, ну я же не дурочка. Кофе будешь, я сварю. Вари. Пап, мне нужно сказать тебе кое-что важное. Про маму. Давай.